Сорт томата «Шоколадная молния». Это среднеспелый сорт. До сбора урожая проходит около 110-120 дней. Томат с экзотической окраской, темно-бордовый, с золотистыми зелеными полосками. Куст у этого томата крепкий, пышная листва, и высотой он где-то 1-1,20 м. Плоды вот такие плоско-округлые, весом этот 189 грамм, но бывают плоды 300-350 грамм. Сейчас разрежем, посмотрим. Вот такой в разрезе малинового цвета мякоть, многокамерный. Сочный, очень вкусный томат. Вкус у него сбалансированный, в меру сладости, в меру кислинки, очень приятный. Сорт салатного назначения, очень вкусно сделать салат. Но можно приготовить и различные соусы. Томатный сок тоже будет великолепный.